Муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди посетил частную клинику в городе Махачкала «Здоровая нация». Здесь для него была проведена ознакомительная экскурсия по медучреждению. Было показано техническое оснащение и палаты. Каждый врач рассказывал об особенностях работы в клинике и о медицинских услугах, оказываемых в ней. Рассказали о ряде высокотехнологичных медицинских процедурах, выполняемых в клинике. Далее встреча продолжилась в конференц-зале учреждения. В ходе беседы руководитель Центра хирургии при клинике профессор Магомед Хамидов положительно отметил заинтересованность шейха Ахмада Афанди в развитии медицины в республике и привел в пример открытие духовным лидером республики третьей городской больницы в Махачкале. Многие не верили, что такое возможно, что можно сделать больницу, где можно оказывать людям помощь, все квалифицировано, абсолютно вообще без никакой оплаты. Вот. Ну и дальше, и то, что он сегодня здесь, в этой клинике, говорит о том, что медицина развивается во всех направлениях. Она есть государственная, есть платная, есть по страховой медицине, ведомственная. Но самое главное, с моей точки зрения, чтобы эта медицина должна быть человеческим лицом. Шейх Ахмад Афанди выразил свое восхищение клиникой и поблагодарил учредителей за ее создание. Также он отметил важность профессии медработника для общества. Муфтий Республики призвал врачей при оказании помощи пациентам всегда ставить себя на их место. Это, по его мнению, поможет решить многие проблемы, связанные с медициной. Всегда говорю, у нас в Дагестане одна проблема. То, что мы себя видим на своем месте. А если мы будем себя видеть на месте пациента, то проблем не будет. Любой день мы можем оказаться на месте пациента, и в большинстве случаев врачи тоже от болезни умирают. Вот. А если бы они полностью могли бы лечить пациента, значит бы они сами себя лечили. Поэтому вдруг завтра, если окажется на месте пациента, и на лбу же не написано, что он врач, он будет как пациент для того врача. Если мы вот так будем себя поставить на месте пациента, я думаю, у нас в обществе проблем не будет. Стоит отметить, что во встрече приняли участие главврач городской клинической больницы номер 3 Марьям Саидгусейнова, директор 3-й городской больницы Асиет Борисова и руководитель департамента науки и образования Муфтията Республики Дагестан, проректор ДГИ Абакар Халунов. По завершении встречи Муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди обратился мольбой ко Всевышнему о благополучии и процветании Дагестана.